Сколько еще? Уже не скажу. Думаю, что где-то так. Там он прикалывается, я мало уши заменил. Сними у него капюшон лучше одень. Не пали! Не пали! Не пали! Дальше идем! Дальше идем! Кирилл! Тогда прическу надо делать. Дальше идем, парень! Идем, 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 идем вправо! Идем вправо! Юрий, что бы тебе сказал, если ты запрещен? Ты нормальный пацан? Не шатайтесь. Ну и дай дальше, дальше. Да ты ж, шатается у меня, блин, как я как на волнах, меня уже укачивает. Я ж в экранчик смотрю. Ява, каждый раз за прическу получает, ты можешь на каждую тренировку. Она раньше дерево получала у нас. Кто? Дерево послатый был. А Вако? Ой, Вако. Вако. Вако по-другому не получается, у него волосы так растут и все, это ничего не поделаешь. Слышишь? Внимательно, Свят, расставь! Только раз, расставили, расставили, Тарас! Не гуляй! Да знаю я, но я давно с ним тоже, я уже года полтора его не слышал. И я тоже. Паша. Олег, подборы смотри, Олег. Откуда? С космоса он. С Марса. Не пали! Не пали! А то мы когда играли вместо третьего состава, там еще это мясо. С троечиной нам уже то сказали сами играть. Я даю эту передачу, но... Ой-ой. Не попал по ноге. Слышишь? Мячик сразу. Да, да, по ноге не было Хасана. Хасанчик просто понимал, что не убегает уже. Боля, да. Динамо пересекаем линию, Тарас! Лицом, активнее, давай! Ну, уже к тому идет. Уже идет, да? Нет, я говорю, уже... Стасик, успокойся, ё-моё. Да что... Стасичек, пожалуйста, Стас! Да он четыре раза не может остановить мяч. Он мяч у него катится и все, у него какая-то срачка. Успокойся! Причем в начале тайма он такой, и сейчас дважды, блин. Он вначале видел, что ты привез там. Так он отдал направо. Так а ему пас какой отдал, тогда не джат. Да ничего там снова. Поломарь? Если закон он огромный, посмотри. Вообще такой медленный. В одном поломаре 4 Максима помещаются, ты знаешь? Да нет. Серьезно? Толстый! Ниже садимся, ниже мяча садимся! Хорошо, Валек, еще, хорошо, еще, еще, Валек, еще кусай, Валь! Кто? Конец.
первого. Так пацанам по 17 Отборы! Лет, высшая Отборы! Лига, что, должны воротники быть. Еще я! Еще! А? А то я на нас. 17 лет пацанам, высшая лига, должны играть уже, шо им. Тарас, узко, Тарас. Олег, приходит уже, смотри внимательно, контролируй. Смотри, вот, смотри, вот, дрыжу. Тракуем, мы тракуем Геру. Реально? Все, внимательно, во, внимательно разобрали. Николаевич, видел там вчера какая-то там гифка, там малой английский 11-летний как дал там. Идем выше. По-моему, это Лишак уже эти передачи была, можно уже и бить было, нет? Да. Но он лево не бьет, по-моему. Да, короче, малый 11 лет. Не видел я тут ВКонтакте? Хотел тебе отправить вчера тоже на твой. У тебя только Фейсбук есть, да? Да, это как. А у меня. А что? Концовка! Концовка! Не бросайся! Все! А что там? Ну он где-то. Ну они играют на меньшую поляну, они играют, по-моему, не на всю играют, они на пол поля. Он там играет в половину, как пусть рушает. Да, он развернулся в центре, как Зидан, да, вот разворот сделал. Вообще не. Вообще. Покажи, как Зидан, короче, объясни. Я не знаю. Я же еще. Да, правильно, Паша. Слышишь, и как дал ты же, наверное. Ну я не знаю, какое расстояние поля, но за пределом штрафной там, наверное, 3 метра. 5. Хорошо получилось, забил. Я покажу сейчас, наверное. Они играют в этом. По штрафной, ставят на штрафную. Да. Я считаю, что это правильно. Вы, наверное, слишком маленькие, чтобы бегать такие. Ну, да. Нормально. Наоборот. Я видел ваши. Видел ваши. Ворота больше? Да нет, физуха больше будет. Вам она не нужна. Чего? Ну, потому что потом придет. А сейчас? Рано. Я не хочу быть, как Кирилл, бежит 30 метров, а потом падает. Кирилл такой, как не валяшка, знаешь? Падает, поднимается. Потом поправляет прическу и такой падает. Еще нет. Ага, да. Слышишь? Ниже! Не знаю, Кирилл, конечно, в этом плане спокойный. Олег! А Дерипу, когда говорили про прическу, у него такая истерика была. Ему же так достали с этой прической, да? Это тоже сначала истерика была. Надо проще относиться, правильно? Было бы неплохо хоть раз пробить поворотом, нет? Еще идем! Валя, ближе идем туда, ближе идем! Тупо потому что все! Когда только начинает бить, и на него сразу рвут. Да, пробивает. Но бьет это не точно, бить. Сразу рвут. Потом никто не хочет бить. Ой, дорога! Ё-о-о! Он еще не попал. Сюда! Я тебе надуй! Вышел. Слушай, а тут Wi-Fi ловит, что ли? Да. А тут ловит? Да. Чей, мой, да? Да. Оска, давайте вошли в мяч. У меня еле-еле одна горит. Пароль знаете? Нет, сказать? Можно. Давай там будем уже внутри, я вам скажу. Пойдем внутри. Давай, девушка, есть ли шашку? Ну, ставь.